преддверии Всекубанского субботника предприятие «Коммунальщик» занимается наведением порядка на дворовых территориях, покраской детских площадок, продолжает благоустраивать микрорайоны. Сегодня весь коллектив, это примерно 89 человек, на сегодняшний день участвуют в субботнике, кроме аварийных бригад, которые работают по городу. Вот на сегодняшний день мы за месячник проведенных субботников установили 12 песочник. Завезли 70 кубов песка, завезли 20 кубов грунта, завезли щебня 8 кубов. Все, кто сегодня заказывал жильцы, материал все дали. И известь, и краску, кто хотел принимать участие. На улице Ленина в так называемых домах моршколы проживают в основном пожилые люди. Им было не под силу самостоятельно произвести покраску высоких сооружений детских площадок. К ним на помощь на субботник вышла бригада сотрудников коммунальщика. Кроме площадки, они обновили краску на всех остальных сооружениях. Если уж делать, то на совесть и капитально. Мы понимаем, что город должен быть чистый, все должно быть красиво. Идет преддверие курортного сезона. Осознание у всех есть, поэтому занимаемся. Хотим, чтобы и дворовые территории наши были красивые, и город чистый. Субботники предприятие «Коммунальщик» на веренных территориях микрорайонов будет проводить и дальше.